Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня битва замков, усаживайся поудобнее, не забывай про свои пельмешки. Вообще, в комментариях напиши, что ты кушаешь во время того, как смотришь мое видео. Не знаю, как ты, но я постоянно люблю что-нибудь покушать или подуть дудку, когда смотрю какие-либо видосики на ютубе. Мне кажется, ютуб создали для того, чтобы людям было чем заняться, когда они... ходят в душ, кушают, гуляют, короче, ладно, ладно, все. Потом, ребят, нахожусь на аккаунте игрока под ником Зверь Скилл, 643 тысячи силы, но это не самое важное. Самое важное — это 130 тысяч самоцветов. У нас сегодня роллинг, и мы будем ролить 130 тысяч самоцветов. Ну а пока ты ставишь свой большущий княжеский лайк, скажу тебе огромнейшее спасибо за поддержку. Во-первых, ты зашел на это видео, вот, поддерживаешь, даже там комментарии какие-то пишешь, даже бывает и спонсорскую подписку оформляешь, что сейчас очень важно. Спасибо тебе, дружище. И, ребята, гильдия это под названием у нас Лас-Вегас. В ней мало игроков, но принимаются молодые игроки, недавно начавшие играть. Хотя 250 тысяч силы — это недавно начавшие играть игроки. Короче, если ты активный игрок, у тебя как минимум 250 тысяч силы, и как бы ты проходишь битву гильдии, не сочкуй, что бери и вступай. Номерочек у тебя, дружище, на экране указан, там WhatsApp, Telegram пишешь и договариваешься. Посмотри, тут даже первые места, вот, нужны бойцы. И тут, и я смотрю, и куча опытных игроков, так что, если что, всегда помогут советом. Ну, а мы переходим непосредственно к этому аккаунту, давай уже к роллингу, давай, а то князь там забалаболил, как обычно, долгое вступление снял. Ой, давай, все самоцветы расчехлим. У нас тут всякие даже ништяки есть. Можно будет это все дело пооткрывать. Но, ну, не все, конечно, но что-то пооткрываем. Но самое главное, конечно же, это увидеть то, что данный аккаунт, он все-таки донатный, да, это донатная история. 210. Хотя, слушай, 210 тысяч самоцветов. Ну, этой суммой ты никого не удивишь. По сути, бездонатный аккаунт. Как бы вы там меня в комментариях не троллировали по поводу того, что я такие аккаунты называю бездонатными, но по факту так и есть. Вот, а дальше что? Заходим в Нарсию, смотрим, каких героев не хватает. Их достаточно много. Фанатик — это у нас за бабулес герой. Некроз за бабулес. Темный колдун за бабулес. То чувство, когда значит, половина героев, они все вводятся за бабулес. Мисс Магия. Вот, Мисс Магия. Хозяин аккаунта очень хочет получить данную героиню. Она достаточно крутая, вот, и он не отказался бы. И вот будем пытаться ее выбить. Дальше у нас Берсерк, Мисс Магия, Берсерк, Пепельная Матрона, Дама Холода. Дама Холода, Матрона, Берсерк и новая дама. Ну что, 130 тысяч самоцветов, с одной стороны это очень много, а с другой стороны это далеко не гарантия того, что мы вообще что-то выбьем из недостающего. Так что давайте начинаем ролить. Ой, пожелайте мне удачи, вот прям можете ставить видео на паузу. Фобус, хорошее начало. И можете ставить видео на паузу, желать удачи. И как бы будем надеяться, что все будет хорошо, друзья. Давай, давай, давай. Подожди, как ее там звали? Надо же сканзировать. Типа, приди, почему, когда я начинаю записывать видео, мне сразу вот, хочется поковыряться в носу. Фу, как некультурно. Мисс Магия, ну вот, она выглядит классно, героиня классная, она еще и бездонатная, ну вот, знаешь что, вот, знаешь что хотелось бы сказать, название могли бы поинтереснее придумать, Дед Мороз, Леди Лео, прям подряд падает Леди Лео, одна, вторая, третья, вот. И название Мисс Магия, ну камон, вообще, в принципе, если так смотреть на последнее обновление, то такое чувство, они выпускают двух героев и... Эники, Бенники, Ели, Вареники таким образом выбирают, какой из них будет донатный, а какой из них будет бездонатный. Призрачный всадник, ну, пока что вообще не пахнет какими-то недостающими героями. Уже молчу, даже Дама Холода, которая, в принципе, ну, ее не проблема выбить, но она что-то, к сожалению, не выпадает. Так что давайте пытаемся. Атлантикор, Оборотень, давай до 100 тысяч доролим, потом сделаем паузу. Вы там зачастую просите в комментариях показать достижение аккаунта, ну, вот... Что-то покажем, но трифит. Ну а какие достижения? Если волны посмотреть, да, паладин. Ну, древние испытания можно посмотреть, да, хранитель. Так, дальше, что у нас тут? Смерть, шаман, эй-гей, ведьма, кэнди,
Так, Атлантикор Рина, слушай, вообще не пахнет какими-то новыми героями. Давай, давай. Так, что у нас по волнам? Волны, Аджей. Аджей не пройдено. А дальше, что у нас по... Ну, подземки-то понятно, наверное, восьмые пройдены, да? А, нет, восьмая кошмарка еще не пройдена. Ну, наверное, человек не парится, потому что ресурсов все равно много. Дальше, что хотелось бы отметить? Что бы мне хотелось бы отметить? Это у нас смотрители, 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 древние испытания. Смотрители, древние испытания, древние испытания. 49-е, смотри-ка уже, а? 49-е! Давай дальше. Давай дальше, дружище. Надо ведьм, Атлантикор. Панда-разрушитель, заклинательница, драка. Сдавай ты уже что-то там как-то. Рыцарь тьмы. Смерть. Скоро пойдем ништяки открывать, но это что-то ужасное. Друид, рыцарь, вообще где герои-то? Дед Мороз. Точнее, падают герои, ну, посмотри, герои падают там из 2015-16 года вообще. Ну, типа, единственный герой какой-то более-менее там не сильно старый, это, конечно же, Фобос выпал. Ох, ладный призрак, призрачный всадник просто... О, ледяной феникс. Уже, понимаете, уже что-то. Ну, раз тут такая пьянка, давайте расчехлим немножко места, а в следующий раз уже пойду в кого-то сливать, если есть вообще в кого сливать. Так, давай, друг. Анубис. Не, ну это что-то ужасное вообще сегодня с рандомом. Это, ну, я записываю данный роллинг, это сразу в первый же день после обновления. Еще раз Фобос выпадает. И я не знаю, что так происходит. Может быть, все просто ринулись выбивать быстрее героев. Дед Мороз. Давай, где? Капитан Рогатка. Что, вообще никого не... Ой. Свален. Мы специально ждали, типа, обновления. До обновления не ролили. Она, походу, сука, надо было до обновления ролить. Потому что что-то как-то вообще ужасно. Что-то прям ужас какой-то. Я начинаю сейчас реально переживать по поводу того, что мы сейчас вообще никого не выбьем. Ну, серьезно. Серьезно, Леди Лео, ну это прям будет ужасом. Мне вот прям вообще, Повелитель Бури. Эй, Королева Оз, давай там. Магия, как там тебе? Дама Магии, или как тебя там звали? Выпадай давай быстрее, а то у меня уже сжалось все. У меня уже как бы Дама Холода недостающая, ну хоть что-то. Хоть что-то, Дама Холода, твою ж накладную, елки-палки. Дама Холода. Так, и в кого мы можем тут что-то слить? Не знаю. Ну тут по-любому все, да, на максимум. Есть хоть кто-то, в кого можно вообще слить это все добро? Потому что брать и... Да, тут они все... А, слушай. Смотри, у нас Дама Холода, она недостающая. Потому мы ее сейчас берем, просто открываем. И в нее, грубо говоря, уже все сольем. Вот. А чё нет? А чё нет, друзья? А? Чё? А, оп. Оп, Дама Холода, иди сюда. Улучшить навык, добавить. И сейчас вот это... От всего этого избавимся, потом еще пойдем, ребят, ништяки откроем, и потом уже будем еще 57 тысяч дороливать. Вот такой вот у меня... А, сумасшедший план, посмотрите, 10 тысяч золотых слизней. Когда-то эти золотые слизни были очень крутые, да? Очень крутые. Когда-то они были невероятно крутые. Так. Окей, мы это слили. Дальше заходим в ваши подарки. Вот это можно открыть, чтобы место лишнее на складе не занимались. Что тут еще интересного есть открыть? Сундук лабиринта. Ой, уже забыл, что оттуда вообще падает. Вот, по целых 10 камней пламени. Вот это поворот. Вот это, я считаю, да, вот прям разработчики, ух, постарались. Так, отсюда ерунда падает. Падает ерунда. А дальше. Сундук отчаяния, ага. Дальше, что тут еще? Мифический сундук отчаяния 2. Дальше. Сундук одиночества 3. Туда камни пламени выпали. Редкий сундук отчаяния 2. Дальше. Что тут? Тут уже как бы 800 с лишним камней пламени выпало. Так, тут 525. Но по сути, да, тут-то и ништяков толком нету. Так, это мы тоже открываем. Ой,
Ну и... Хотя мест у нас не так уж и много. 25 мест, да, всего лишь. 25 мест. Ладно. Ладно, друзья. Так, ну что, возвращаемся в алтарь. Еще раз смотрим, как эту тёлку-то звать. Мисс Магия. Я думаю, дама Магия. Мисс Магия. Ну, ёлки-палки. Ну что, не могли веселее название придумать? Давай, Мисс Магия, приди. Мисс Магия, приди. Берсерк, приди. Пепельная Матрона, приди. Давай, Мисс Магия, приди. У нас тут финишная прямая, 50 тысяч самоцветов. Мисс Магия, Мисс Магия. Паладин, господи, Паладин до сих пор падает в 2020 году. Бигфут, Триант, уже который раз сегодня выпал. Триант! Да, давай дальше. Оп, 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 Циклоп, давай, Королева Змей, Бочка, Химера. Эй, ну шо ты, братюнь, братюнь, ну ты чего? Эй, господи, ну что ж ты будешь делать, эй. Оборотень, студенистый рыцарь, наем... Космо и душегуб! Господи, где герой, рыцарь? Давай, берсерк, пи... Ну, это будет, конечно, это будет полный проигрыш, если выбьем из четырех героев только одного и того самого, грубо говоря, бесполезного, да? То есть, ну, хотя, знаешь, и берсерк особо тоже там не супер полезный, и Матрона туда же, да? Ну, как бы они поновее. Фобос третий раз падает за сегодня. Остается 30 тысяч самоцветов. Это прям жесть какая-то. Это прям вообще... Парень копил, небось, да, князь тыква. Ну, потому что, ну, видели, там доната не так уж и много. И... Фея, призрачный всадник. Да что, дай... Я перестаю верить в рандом, потому что это не рандом, это какая-то просто задница бабуина. Гаргул. Давай, мисс Магия, приди. Ну, хоть кто-то, еще один герой недостающий. Ну, что за издевательство? Арес Фобос, который раз уже падает. Сколько нужно самоцветов загрузить, чтобы вообще, ну, хоть это издевательство. Паладин. Просто жесть какая-то. Ну, давай, пожалуйста, Паладин. Господи, ну, давай. Фараон. Да что ты? Какой фараон? Миша. Какой Миша? Да дай ты, мисс Маги. Ну, пожалуйста, 10 тысяч самых. Уже меньше 10. 8 тысяч остается. Друид. Жесть просто полная. Дед Мороз. Одного из четырех героев только выбили недостающих за 130 тысяч самов. И то самого ненужного, одержимого. Это просто жесть. Арес, господи, да что за хи... Господи! Сердцеедка, жесть. Просто жесть. Просто жесть. Как я этот аккаунт буду обратно отдавать-то, а?